Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла. Такое признание можно прочитать в последней записной тетради Федора Михайловича Достоевского. Не в этих ли его словах ключ к пониманию всего наследия писателя? Без сомнения. Здесь ясное указание и на путь, и на итог пути, каким он прошел в жизни. Проблема веры важнейшая. Каждому нужно верить хоть во что-то, иначе пустота. Когда же твердость веры соединяется с полнотой Христовой истины, нет человека духовно богаче. Вне православия Достоевский постигнут быть не может. Всякая попытка объяснить его с позиции общечеловеческих ценностей малоосмысленна. Достоевский для того слишком многоуровневый писатель. Это писатель не только величайший и один из самых громадных писателей русской литературы, но и вершина мировой литературы, потому что то, о чем писал Достоевский, то, как писал Достоевский, вот его состояние мысли и художественного богословия не достиг никто в мире. Поэтому Достоевский стоит вершиной среди всей мировой литературы. Достоевский прошел сложный путь к Богу. Это был путь через увлечение социальными утопиями, через каторгу, тюрьму, солдатчину, через испытания смертями. Он пережил смерть отца, матери, любимого и родного ему близкого человека, близкого по духу, брата Михаила, смерть первой жены. То есть испытаний выпало очень много на долю Достоевского. Кроме этого, у него умер первый ребенок, и в четырехлетнем, ну, в младенчестве, а в четырехлетнем возрасте умер последний ребенок, Алеша. Поэтому Достоевский, сам перенесший страдания, сумел заложить в свои романы страдающих персонажей, поистине страдающих, и мы ощущаем эти страдания, ну, почти физически. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог», – хорошо и точно сказал Аполлон Майков. Достоевский прошел демонические искушения азартной игрой, увлечение женщинами. Но он сумел все преодолеть. И мы видим во второй половине его жизни человека, умудренного опытом, мудрого, прозорливого, пророка русской литературы и пророка русской жизни. Потому что то, что написал Достоевский, до сих пор сбывается. Достоевский создал такие тексты, оставил такое слово, которое по-прежнему является живым и продолжает действовать. Мне хотелось бы поговорить сегодня не о конкретном анализе того или иного романа Достоевского. Это все можно найти в книгах, монографиях, статьях. Сейчас очень много исследователей, ученых много изучают Достоевского. Он привлекательная фигура для исследователей, потому что неисчерпаемое. И можно извлекать огромное количество смыслов из его романов. Мне хотелось бы рассказать сегодня о пятикнижии Достоевского. Так называют по типу пятикнижия Моисея, первых пяти книг Библии, его пять романов. Вот Достоевский в своих пяти романах, это вершина его творчества, сумел нам показать некое движение мысли и оставить эту мысль и нам, и потомкам, и дальнейшему поколению. Вот в целом, то есть что представляет собой это пятикнижие? Я думаю, мало кто и из учителей занимается в целом и рассказывает детям об этом пятикнижии. Мне хотелось бы немножко приоткрыть его. В это пятикнижие входят следующие произведения. «Преступление и наказание», роман 1866 года. Следом роман «Идиот» 1868 года. Обратите внимание на плотность написания произведений. Затем роман «Бесы» 1872 года, роман «Подросток» 1875 и заключительный роман «Пятикнижие», который был закончен в 1880 году, незадолго до смерти писателя, «Братья Карамазовы». Все это «Пятикнижие» представляет собой движение времени. Движение времени от Страстной Пятницы
Страстной пятницы, если мы символически подходим к этому пятикнижию, как мы символически подходим и к библейским текстам, все-таки через символику мы их, через притчеобразность их анализируем, мы не видим в Библии, в библейских книгах, как бы напрямую текста. Он закодирован, и его может понять этот текст человек, готовый к восприятию этого текста. То есть человек, который никогда не открывал Библию, никогда не слышал о ней, конечно, там мало что поймет. Или вообще не поймет ничего. Поймет не так, как нужно было бы это понять. Поэтому вот так же и романы Достоевского. Они движутся от Страстной пятницы к субботе покоя, к жизни без Христа на земле, к воскресению и ко второму пришествию. Вот эти знаки расставлены в каждом романе. В каждом романе. Кроме этого, в каждом романе есть знаковый финал. Вот «Преступление и наказание» заканчивается иконой знамения, Богородичной иконы. Роман «Идиот» заканчивается иконой сошествия в ад. И вообще весь роман нацелен на эту икону. Третий роман «Бесы» – это снятие с креста. Четвертый роман «Подросток» – это иконы оплевывания Христа и уверения Фомы. И «Братья Карамазовы» – это суд Понтия Пилата и причастие апостолов. Вот такие иконы ждут нас в конце этих романов. В ближайших передачах мы поговорим о каждом романе Пятикнижия, об их глубоких христианских смыслах и проследим за движением во времени в романах. Роман «Преступление и наказание» – это роман Страстной пятницы. Весь роман наполнен страстями, в нем огромное количество персонажей, и все заражены каким-то грехом. Страстным причем грехом. Раскольников уродуется, и молодежь, так сказать, подобная ему уродуется в разного рода утопиях, новых идеях, которые сеют безверие в молодом поколении. Это страсти, которые вокруг кипят, и разврата, и проституции, и страсти пьянства, страсти кражи, обманов, лжи, корысти. То есть огромное количество страстей, все как бы поднято, вот всколыхнулось в романе. Как Толстой пишет Ване Каренине, у нас все приподнялось и только начинает устраиваться. Вот здесь, в этом романе, как будто все приподнялось. И еще не начало устраиваться. Только в финале романа мы видим некий покой. Неожиданный такой причем. Профессор Алексей Ильич Осипов высказал о Достоевском глубокую мысль. Маленькая книга, Евангелие, открыла ему тайну человека. Открыла, что человек не обезьяна и не ангел святой, но образ Божий, который по своей изначальной богозданной природе добр, чист и прекрасен. Однако в силу греха глубоко исказился, и земля сердца его стала превращать тернии и волчцы. Поэтому-то состояние человека, которое называется теперь естественным, в действительности больное, искаженное. В нем одновременно присутствуют и перемешаны между собой семена добра и плевелы зла. Громадная подсознательная мощь страстей слишком заметна в героях Достоевского. В этом романе показаны вот эти страсти. То есть страсти не столько Христовы, не столько мучается Христос. Хотя мы понимаем, что когда мир грешит, то небо свертывается. Христос мучается от наших грехов. То есть вот мы распинаем Христа своими грехами. И вот роман, наполненный вот такими грехами, все там нет фактически положительных персонажей, ну, кроме символических. Вот таких, как, например, Соня Мармеладова, она не совсем персонаж житейский, она скорее стоит над миром. Она вот Соня София, божественная премудрость. Она как бы над всем этим и воплощает собой Слово Божье. Скорее так. Вот. Потому что Соня, как же, если мы ее будем рассматривать на земном уровне, как девушку, которая живет по желтому билету, то мы ничего не скажем о ней. Мы не сможем сказать, не раскрыть ее образ. Он совершенно нам останется неясным, но уж очень приземленным. Ну и что? И тогда ничего не понятно в этом образе, ничего не понятно в романе, какую роль она там играет. А вот когда мы Соню будем рассматривать как божественную премудрость, мы увидим, какую роль она играет.
потому что она не отпускает Раскольникова ни на минуту. Она молится о нем, она все время думает о нем. То есть слово ее, как божественная премудрость, сопровождает жизнь Раскольникова, даже когда он не знает об этом. Господи! Что вы это над собой сделали? Нет! Нет, теперь никого несчастней на целом свете! Нет! Так не оставишь меня, Соня? Нет! Нет, никогда, нигде! За тобой пойду, всюду пойду, на край света пойду, в каторгу за тобой вместе пойду. Роман «Страстной пятницы» – это роман о вере и безверии, потому что мир страстей – это мир с отсутствием веры. Собственно, в романе двое верующих, которые ярко, выпукло показаны нам. Это Соня, которая, надев свой зеленый дредодамовый платок, идет в направлении к зеленому куполу храма. Она сама как храм, она сама как София Премудрая. И Елизавета, которая жертва вот этих страстей, она случайно была убита как свидетельница Раскольниковым, если мы его рассматриваем, этот роман, на фабульном таком житейском уровне, то Елизавета явилась жертвой, а жертвы для чего нужны? Почему люди невинные погибают? Как мы говорим, почему праведники умирают? Почему так много жертв вот хороших людей, праведников, которые жили безгрешной жизнью? Зачем нужны эти жертвы? Так а вот затем нужны, что мир погряз в грехах, и очистить его могут только праведники. Мир может очиститься только праведниками. Грешники не осознают своего греха, поэтому они не чистят мир, они посылают в мир грех. Поэтому мир затемняется, зачерняется этими грехами. А вот праведники своей смертью, они, принося себя в жертву, они мир очищают. Отсюда смерть праведников. Отсюда Елизавета понадобилась, чтобы чистить мир. Но в какой-то степени, может быть, не так подробно выписаны эти фигуры, но, конечно же, являются верующими мать Раскольникова, его сестра Дуня, но они проходит вторым планом в романе. Но именно мать говорит Родиону Раскольникову, своему сыну. Она его спрашивает, молится ли Родион Богу? Спрашивает. Она не его спрашивает, а о нем спрашивает. Молится ли Родион Богу? То есть ей важно вот это состояние. Ведь мы, когда хотим узнать о своих детях, мы чаще всего спрашиваем, ну, как? Как там дочь, сын, как там вот он в городе, в вузе учится или где-то там, как он там, здоров ли, да, в лучшем случае, как он там устроился. А мать Раскольникова спрашивает, важнейший вопрос задает, молится ли он Богу? Или он заражен подлым безверием? Вот это вот вопрос главный в романе. Молиться Богу или впасть вот в эти идеи безбожные, атеистические идеи. То есть это прямая противоположность одного состояния другому. И матери очень важно, в каком состоянии находится ее сын. Молится ли он Богу? Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь разгадывать ее всю свою жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Об эту цитату из письма 18-летнего будущего писателя брату в августе 1839 года затупили перья все писавшие о Достоевском. Да и как без нее обойтись? Важно лишь, что если вначале человек представлял для писателя загадку психологическую, то в пору создания великих романов она обрела для него религиозную глубину. В таком осмыслении внутреннего человека Достоевскому нет равных. Для него важно раскрытие Христа в человеке, то есть образа Божия. Того образа, который сознает в себе человек и в самых страшных своих падениях, и в самом страшном своем позоре. Затем Порфирий Петрович, который следователь, ведет Раскольникова, как бы круги около него вертит такие круги, сокращает это расстояние и все хочет, чтобы Родион Раскольников сам сознался. Порфирий Петрович знает, что Раскольников убийца, но ему важно,
Тоже необычный персонаж. Заметьте, он не наделен фамилией. То есть как бы из рода выброшен. Не принадлежит никому. Просто Порфирий Петрович. Вот этот Порфирий Петрович – это скорее совесть. Вот воплощение совести Раскольникова, которая знает, что он убийца, а вот не хочет никак признаться в этом. Ведь знает же. И поэтому вот эти круги сжимаются, сжимаются, и в конце концов Порфирий Петрович задает тот же самый вопрос Родиону Раскольникову. А в Бога-то вы веруете? Смотрите, какие важные вопросы. И мать спрашивает, молится ли он Богу. И Порфирий Петрович, следователь, которому, казалось бы, в общем, должно быть безразлично, верует ли он в Бога и молится ли он, потому что он следователь, ему преступление надо раскрыть. Но он задает этот вопрос. Следовательно, этот вопрос, если Порфирий Петрович рассматривает как совесть Раскольникова, то этот вопрос звучит внутри Раскольникова, внутри него. А в Бога-то он верует или нет? И он ведь не может ответить на этот вопрос. И, наконец, в конце романа, когда Раскольников попадает на каторгу, это фактически каторга его души. Это вот мы можем рассматривать, конечно, каторгу и в физическом смысле, что он отбывает наказание. Но тогда это детективный роман. А роман все-таки психологический, философский и богословский. И каторга внутри души Раскольникова. Он мучается внутри. И вот когда он попадает в это состояние, каторжники, которые принимают Соню всей душой и называют ее «Матушка наша болезная». Заметьте, они ее зовут как Богородицу. «Матушка наша». Заступница, покровительница, спасительница, болезная наша матушка. А Раскольникова ненавидят. Каторжники его не любили, ненавидели и называли безбожником. «Ты безбожник», – говорили они. То есть самое страшное наказание даже среди каторжников, где есть и убийцы, и воры, и, наверное, люди с искаженной совестью вот в разных преступлениях. Но самое тяжкое для них – это безбожие. Слово «наказание» многозначно. Даль отметил, среди прочих, и такие значения – наказ, наставление, поучение, наука, проповедь. Наказание Раскольникова – это научение, наставление. Это проповедь Достоевского против убийства человека в человеке. Раскольников, убив старуху, не вздохнул свободно, он стал мучиться. Ведь роман до преступления занимает мало страниц. Я сейчас уже не помню, к примеру, там на 50-й странице происходит убийство. А еще 300 страниц – это мучение Раскольникова. Значит, роман-то написан не ради преступления, а ради наказания, которое последует за этим. Причем Раскольникову-то казалось, вошь убил. Совершенно ненужную вещь, руху противную. А сколько мучений? Сколько мучений? То есть он убил себя, он ведь потом сам сознается. И Достоевский даже курсивом дает эту строчку. Старуха, вздор. Я не старуху убил. Я принцип убил. Я себя убил. Внутренняя готовность к греху уже есть грех. Внутренняя готовность к преступлению уже преступна. Раскольников совершил прежде убийство в сердце своем. Недаром святых отцов интересовала всего прежде первопричина греха, а не само осуществление злого деяния. Деяние – это лишь следствие, симптом болезни. Лечение же действенно всегда лишь при воздействии на источник недуга. Идея романа, которая связана со Страстной пятницей и с выходом в воскресенье, это идея, собственно, воскресения персонажа. Она происходит в самом конце, на последних страницах романа. Идею воскресения пытается осуществить Соня, София. А что еще может воскресить человека? Только Господь, только Слово Божье может воскресить человека, живое Слово. И поэтому Соня выступает вот таким живым Словом, которое в конце концов такими каплями, сопровождая Раскольникова, и молится Соня за него, и думает о нем, и Евангелие с ним читает. А какое Евангелие она с ним читает? Она читает ему отрывок воскрешения Лазаря четверодневного.
То есть уже ведь сказали Господу, что Лазарь-то, твой друг Лазарь-то, Господь, умер. В четвертый день смердит уже. А что говорит Христос? Не умер, он жив. И он воскрешает Лазаря, подходит к пещере, где был положен Лазарь, и говорит: Лазарь, выйди вон. Так вот, как раз Порфирий-то Петрович, помимо вопроса, а в Бога-то вы веруете, следом, а Раскольников ничего не отвечает, он ему следом вопрос говорит: и в воскресение Лазаря веруете? То есть, что значит поверить в воскрешение Лазаря? Заметьте, не Христа, а Лазаря. Так это чудо, которое на земле происходит, которое видели все. Как же вот все похоронили Лазаря, все его хоронили и видели, что он умер. И вдруг все видят, что он воскрес. Воскрешение Лазаря, то есть обычного человека. Вот не воскрешение Бога. Богу все доступно. Он может умереть и воскреснуть. А вот Лазарь-то? Лазарь-то как воскрес? Он же человек. И поэтому вот этот важный вопрос. А воскрешение Лазаря-то вы веруете? И когда Раскольников лежит после преступления, он настолько в муках, что он подняться не может. И бред, и галлюцинации у него, и обмороки. И приходит к нему друг Разумихин и говорит: ну, наконец-то очнулся. Четвертый день лежишь. Что это за фраза? А это он намекает на четверодневного Лазаря. Умер Раскольников. 4 дня лежит, смердит грехами своими. Пора воскреснуть. И вот Соня, читая ему отрывок из воскрешения Лазаря, как бы намекает ему: воскреснуть, воскреснуть надо, ведь Лазарь-то воскрес. Раскольников не Бог, поэтому простой пример с Лазарем. И она читает Евангелие отрывисто, прерываясь. Если мы посмотрим на этот отрывок в романе, мы увидим, что там много многоточий. Дыхание у нее сбивается, горло перехватывает все время, потому что она все время хочет донести этот смысл о воскрешении человека до Раскольникова. Раскольников почти ненавидит Соню, призвавшую его на путь покаяния. Соню, которую так полюбили все арестанты. А Соня не торопит его, не понуждает ни к чему. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величайшему его удивлению, она ни разу не заговаривала об этом. Ни разу даже не предложила ему Евангелие. Любовь долготерпит. Именно любовь, в которой всегда есть луч Божьего света, пробуждает его для покаяния. Богу все возможно. Все происходит мгновенно, вдруг. Как это случилось, он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Многие исследователи отмечали знаменитое «вдруг» у Достоевского. Это «вдруг» в его мировидении идет, несомненно, от Писания, ибо многое важнейшее происходило в священной истории «вдруг», как всякое истинное чудо Божие, как проявление воли Божией. Ведь и Лазарь воскресает именно «вдруг», по одному лишь велению Христа. Лазарь воскрес. Он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем существом своим. В конце романа, в эпилоге, мы видим Раскольникова, стоящего у окна. А окно в русской литературе – это отражение души. Вот отраженное состояние, что внутри героя творится, что отражается. И что же отражается в душе героя? Он стоит перед окном. Отражается Евангелие под подушкой. Достоевский говорит: Евангелие под подушкой. А когда мы кладем книгу под подушку? Когда мы ее читаем. Значит, мы ее еще и на ночь читаем и кладем под подушку, чтобы, может быть, еще и утром почитать. То есть постоянно читаем. А это внутри, здесь как бы внутри окна отражение идет души Раскольникова. А там, за окном, еще одно отражение.
Раскольников видит отраженную в окне, видит на большой, широкой зеленой лужайке Троица. Там упоминается праздник Троицы. Вот на этой зеленой огромной лужайке стоит одинокая Соня в зеленом драдедамовом платке. Вот этот образ Сони в платке, молчаливая фраза, молчаливая, простите, поза, молитвенная поза на фоне этого зеленого луга, это вот и есть икона знамения. Вот знамение, знамение, она как знамение во всем романе. Как бы все время ему намекает, что должно, должно свершиться. Дает ему знак. Все время. Раскольников весь в этих знаках. И в конце вот этой иконы, иконы знамения, на которой изображена Соня Богородица в зеленом драдедамовом платке, покров, покров на ней. И заканчивается роман. И заканчивается роман. Таким образом, роман, начавшийся в Страстную пятницу, завершается Троицей. Троицей и иконой знамения, и Евангелием под подушкой, и идеей того, мыслью о том, что спасение человека может прийти только через другого. Он должен услышать другого. Диалог должен быть. Сам в себе человек не может спастись. У нас некоторые молодые люди любят говорить: «Я самодостаточен. Мне церковь не нужна, мне там что-то еще не нужно, туда мне не нужно, это все не нужно. Я самодостаточен». Человек не может быть самодостаточен, потому что тогда он завершен. Если человек так объявляет, тогда он должен помереть. Потому что когда человек созревает для Царствия Божия, а человек заявляет о том, что он созрел, что такое самодостаточно, это созревание для Царствия Божия, это смерть. Смерть. Поэтому вот идея романа – спасение через другого. Раскольников спасается и через Мармеладова, и через Соню, и мать, которая молится о нем, и через Порфирия Петровича, через всех. Это очень важная идея романа. На этом наша передача подошла к концу. В следующий раз мы поговорим о великом романе Достоевского «Идиот». Всего вам самого доброго и до свидания.